В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшие 7 дней в люберецкую полицию поступило 2200 обращений. Возбуждено 26 уголовных дел, 20 раскрыты по горячим следам. Произошло 140 ДТП с четырьмя пострадавшими. Аварийных ситуаций на объектах вода, тепла, газа и электроснабжения не зафиксировано. К осенне-зимнему периоду округ готов. Начало отопительного сезона у нас по территории городского округа Люберца начинается при температуре плюс 8 в течение 5 суток, если температура идет на снижение. На сегодняшний день администрация контролирует совместно с гидрометцентром температуру наружного воздуха. Как только данные параметры будут обеспечены, своевременно будет принято постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь тепло дадут в поликлинике, больнице, детские сады и школы. Продолжается в округе комплексное благоустройство 27 дворов. Выполнены уже работы по ремонту и замене асфальтобетонного покрытия, проездов, тротуаров, пешеходных коммуникаций на 12 дворовых территорий. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия требуется и модернизация детских игровых площадок. В ближайшее время приступим к установке малых игровых форм и, соответственно, резинового покрытия. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог и остановочных павильонов, ямочный ремонт, уборку мусора и опиловку деревьев. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.